Привет! Это канал YouTube IT User Help. В этом видео я хочу рассказать о том, как поставить пароль на папку в системе Windows 10, а также Windows 8 и Windows 7. Для чего вообще это нужно? Ну, в первую очередь для того, чтобы спрятать какие-то свои личные файлы на компьютеры, к которому имеют доступ другие люди. Итак, начнем. У нас есть папка, в которой существует два наших файла. Это могут быть любые текстовые и видео файлы, не суть. Для этого нам нужно создать в этой папке, создаем новый текстовый документ. Создать текстовый документ. Называем его как-нибудь. Создали. Открываем этот текстовый документ. В этот текстовый документ нам нужно скопировать код, который будет внизу под этим видео. Код будет выглядеть вот таким образом в описании к этому видео. Единственное, так как YouTube не позволяет некоторые символы в описании добавить, нам нужно в этом файле изменить два символа. Первый, вот в этой строчке, вот этот файл, его нужно удалить. И вместо него поставить такую же стрелочку, которая есть у вас на клавиатуре, второй ряд снизу. Выглядит он вот так, как стрела вправо. И еще один файл нам нужно заменить. Тоже такой же символ заменить на такую стрелочку. Первое, что изменили в этом текстовом файле. Второе, нам нужно придумать и записать в этот файл текстовый свой пароль. Пароль вводится вот в это место. То есть вот это удаляется в путь don't go to. Удаляется. И после равно мы нажимаем пробел обязательно. После этого ваш пароль. Придумываем сами свой пароль. 1, 2, 3, 4, 5, 6, к примеру. И QV. Такой будет мой пароль. И нажимаем еще один пробел. То есть, после равно, пробел, ваш пароль, пробел. И дальше go to fail. Все. С изменением этого файла мы закончили. Код весь вот этот вот будет в описании к видео. Смотрите, копируйте и вставляйте их себе в ваш текстовый редактор. Изменяйте вот эти два символа и меняйте пароль. Задавайте пароль. Далее нам нужно нажать слева вверху файл. Сохранить как. Здесь обязательно выбрать все файлы. Это очень важно. Здесь назвать ваш файл, который мы только что изменили, как угодно, например, так, точка, и добавить расширение bat, точка bat, он должен быть bat файлом. Ну и сохраним его, пожалуй, в ту же папку, в новую папку, сюда мы сохраним. Сохраняем. Сохранить. Этот закрываем. Закрываем. У нас получился вот такой bat файл. Теперь, кликая по нему два раза левой кнопкой. Так, а нет, вот он, чуть ниже у нас, вот он, bat файл. Два раза. Тогда первый раз тут нет. У нас выскакивает такое окошко, в котором написано, хотите ли вы запаролить папку. Нужно ввести большую Y. Y это yes, N это no. Вводим Y, то есть yes, да, хотим. И нажимаем Enter. Нажали. Все, папка у нас заблокировалась. Теперь хотите ли вы разблокировать свою папку?
нажимаем, вводим свой пароль. 1, 2, Q, V. Все, разблокировали. Вот у нас папка Locker, в нее можно теперь поместить файлы. Например, помещаем вот эти файлы, перемещаем. И это можно переместить. Все. По итогу у нас появилось папки. Вот это папка Locker, в которую можно складывать наши файлы, которые мы хотим запаролить. Все. Так мы пользуемся файлами. В конце дня нажимаем на вот этот bat файл. Вводим большую Y. Хотите ли вы запаролить папку? Enter. Все, папка запаролена, ее не видно. Далее, чтобы разблокировать, по bat файлу два раза. И вводим пароль. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Большие QV. Обращаем внимание на язык и на регистр. Нижний, верхний. То есть нужно ввести именно ваш пароль. Здесь никакие пробелы не нужны. Все. Ввели пароль. Enter. Нажали кнопку Enter. Все, появилась папка. Пользуемся.